Нам стало известно, что не стало актера сериала «Морские дьяволы» Виктора Перевалова. Артист умер на 61-м году жизни. При этом обстоятельства его смерти называют странными и до конца не выясненными. Перевалова пригласили сниматься в сериале о пожилых актерах, забытых звездах, которые обитают в доме ветеранов кино. Режиссер Валентина Пиманова пригласила в проект «Созвездие» российского кинематографа. Съемки проходили в период экстремальной жары в Москве. Виктор Порфирьевич вернулся в Санкт-Петербург неожиданно, не предупредив о приезде, и до завершения съемок выглядел изможденным, с отекшими ногами и синяком под глазом. Жена вызвала неотложку. Перевалова госпитализировали. Кардиограмма при поступлении больного, по словам врачей, была хорошей. Но актер все же скончался. Заключение вскрытия показало, что причиной смерти стал инфаркт. При этом жена и дочь винят в преждевременной смерти Виктора Перевалова, режиссера и съемочную группу проекта. К больному и немолодому человеку не проявили должного внимания. Вместо того, чтобы отвезти его в больницу, актера отправили на Сапсане домой, даже не предупредив об отъезде родственников. Жена Ирина Борисовна уверена, от нее что-то скрывают.